Почему так разволновался оппозиционный блок? Эти судьи выполняли указку президента Януковича по запугиванию народа Украины. Забирали права у тех людей, которые даже в тот день не были в Межигорье. Просто потому, что их машины были зафиксированы работниками ГАИ, которые сейчас тоже находятся под уголовным делом. Следующим судьей будет судья Макаровского суда Беремко, который пьяный ездил за рулем, прятался за сотрудником милиции, направлял пистолет. Вы тоже будете его защищать, потому что он всего лишь выпил за рулем?